Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Решила я тут обзорную экскурсию сделать, выйти на улицу, если получится. И немножечко вам поснимать, потому что вы, наверное, тоже скучаете. Вот видите, как все прекрасно. Все прекрасно, дверь плохо открывается. Видите? О, чудесненько. Это просто вообще шедеврально. Наверное, надо взять лопату вместо посоха. И буду я тут как Дед Мороз ходить сейчас. Мне прям очень интересно. Что у меня тут? Вы видите, сколько следочков? У меня тут вообще тропа. У меня тут детей, знаете, сколько носится? Всех кормлю. Все сытые. Так. Ну что, вчера опять газовый котел встал, собака. Ой, даже сказать, прям вот даже не знаешь чего. Прям вот. Ой. Сидели, ждали целый день. Приехали в половине шестого. Да, мне тут придется чувствоваться. Ой. Посмотрите, прям вообще пролезть-то невозможно. Да. Надо будет тут ворота теперь откапывать. Ну, а что делать? Буду откапывать. Так. Так. Ой. Вообще-то у меня все почищено тут было. Я бегала с шайтан машиной. Что-то она у меня сбой начала давать. Она у меня как будто захлебывается. Может быть, отпуск просит. Вот. Ну нет, нормальненько. Здесь не так уж и страшно, потому что я здесь чистила, не намело. Это меня прекрасно, это меня радует. Так, а там что такое было? Там тоже кто-то бегал. Так. Я думала, хуже будет. Нормальненько. Ой. Да, тут уже потяжелее идет. А тут уже побольше снега. Видите? Нормально. Из гаража можно выехать. Нормально, нормально. Хорошо, что я два дня назад чистила. Блин, дорогу-то я тоже чистила. Видимо, здесь, наверное, у нас было... Ох, тяжело-то как. У нас здесь, наверное, просто ветра побольше было. У нас вчера был... Вот знаете, я только в этих книжках или фильмах смотрела. Это когда не метель, а когда буран. Ох, тут вообще прям было страшно. Вы представляете? Вот бабушкина. От ступеньков не видно. Вход к бабушке. Вообще ничего не видно. Это кошмар какой-то. Так, ну ладно. А мне интересно, там, где я... Тут я еще чистила. Так, кто-то тут пробегал. Бегал на завтрак. Кто-то на завтрак пробегал. Ага. Но там еще корм есть, все нормально. Не пойду я туда. Мне просто интересно. Ух ты! Это вы представляете? Вы представляете? Снега выше моей коленки. А я здесь чистила вообще-то. Ой, нет, что-то у меня желания дальше идти совсем нету. Да. Но надо будет заводить тогда все равно. Хоть она по чуть-чуть кидает, плюется, но надо его будет заводить. Ну вот, видите? Видите, сколько снега на дорожке? Ой. Ой-ой-ой. Ой. У меня тут девушка одна попросила снять фото. О, ворот. Вот, пожалуйста, еще могу показать, какие у нас необычные. Необычные у нас решетки на окошках. Они тоже необыкновенно красивые. Сейчас еще с другой стороны покажу. Сейчас. Нет, не пойду я дальше. Что-то у меня такая прогулка совсем. О, как по пустыне хожу. Даже, наверное, в пустыне, не знаю, так снеги, эти ноги не проваливаются. Вот здесь я чистила, здесь еще относительно пройти можно нормально. Ой, да, прекрасно.
пожалуйста. Да, для Кузьки сейчас вообще были бы горы. Он бы уже на горочке лежал бы. Зайчик мой. Зайчка моя. Так. Кузечки не хватает. Хочется, чтобы какой-нибудь хвостик рядом бегал. Ой. Ну, таких, как Кузька, не бывает. Еще. Вот я вам еще, не знаю, видите вы или не видите, вот эту красоту еще хотела показать. Это фантазия моего мужа. По поводу решеток. Вот. Вот такой он у меня затейник. Ой, божечки. Вы посмотрите. Откуда они, интересно, ходят, котейки-то? Прямо интересно. А котейки откуда ходят? Где-то они, наверное, там за туями, что ли, живут. Непонятно. Вот эта шипучка, я вам уже, наверное, говорила, она очень похожа на камышовую кошечку. Правда. Я посмотрела, прям они в один в один. Может быть, даже она, вот эта вот девушка-то и есть, камышовая кошечка. Ой, шипучка. Слушайте, ну я застряла. Но я пошла за ключиком. Буду я ворота откапывать. Магазин надо как бы неплохо бы в магазин выбраться бы. Вот такие у нас ребята дела здесь. О, здесь полегче прямо идти. Ой, блин, а скользко как. Вот бы я сейчас тут... Навернулась бы. Так. Ну ничего, относительно, здесь нормально. Вот там мне сейчас ворота надо будет откапывать. О! А на улице хорошо, не холодно. Ну вот такой я вам обзорчик сделала. Дорогие мои, не скучайте. Потому что мы-то тут вообще не скучаем. Вы видите, что делается? Сейчас дверь надо еще хорошо откопать. Ух, вот такая зарядка сейчас будет с утра у кого-то. Да, ну все. Всех целую, обнимаю. Всем мира, добра и хорошего настроения. А пока. Пока.